согласие с природой раскинулась эта чудная страна. Там странное что-то случилось с погодой. 2 месяца лето, а 10 зима. Медведи там ходят по улице строем, все носят ушанки, калинку поют. А вечером любят сбираться по трое, чай из самовара с баранками пьют. Что сразу, где есть, а где нет. В квартирах коврами увешаны стены, а письма доходят по нескольку лет. И все же в России неплохо живется, веселые люди широкой душой. Тепло примут в гости, и дружба зажжется в горячих сердцах под густой бородой.